Всем привет, с вами это я и Дарья. Сегодня вам расскажу абсолютно все способы, как перелететь через этот забор. Первый способ — это способ, где мы просто должны постоять рядом деда, послушать его разговор. Но это все нудно и занимает целую минуту. Второй способ — это просто выйти слегка за карту. То есть проходим вот здесь, забираемся на маленький камушек, потом паркурим вот сюда, потом идем сюда, потом поднимаемся сюда и перепрыгиваем до сюда. И занимает это меньше минуты. Ну а третий способ — это абсолютно такой же, только слегка простой, ну, то есть проще. Мы забегаем на этот камень, и мы не должны идти туда. Мы должны вот так вот встать и просто допрыгнуть до этой крыши, и с крыши перепаркурить через этот забор. Четвертый способ — это способ, где нужно взять гравипушкой вот этот вот ящик в самом начале игры. После подносим его к стене и делаем гравибуст. Ну, если вы умеете делать данный буст, то вы сделаете его более быстрее, чем я. Следующий способ, где нам не пригодится ящик, это пригодится нам уже деревянный ящик. Это способ с волк-лимбом. Поэтому посмотрите мои старые видео, там есть видео, как научиться волк-лимбить. Ну, если вы умеете, естественно, это делать, то у вас 100 пудов получится. Следующий довольно легкий способ — это у нас просто взять из тайников гранату. Выкидать ее, отсчитываете несколько секунд и подпрыгиваете. Это для тех, кто не умеет делать гравибуст и волклим, потому что это самый легкий из тех трюков. Следующий трюк — Damage Boost. Он помогает перелететь этот забор всего лишь за 8 секунд с начала игры. Согласитесь, крутой же трюк. Следующий довольно простой трюк, довольно тяжелый трюк — это Damage Boost об другой камень. Он, конечно, сохраняет всего лишь 2 секунды, но 2 секунды — это довольно много в сообществе спидранеров. Вот вам мини-бонус. Это очень тупой трюк, как перелезть через этот забор. Вы должны, блин, взять целую лодку. Мне кажется, все-таки было легче ящиком это сделать. Но некоторые спидранеры пользуются лодкой. Им и так сойдет.